не смог представить, будто выглядит, как сон. Весь мир охватит, будто ветром разнесен. Эта зараза громыхнет, как в небе гром. Смертельным вирусом мир будет заражен. Кто-то над этой бедой смеяться будет, а кто-то панику поднимет до небес. От вируса спасаться бегством надоумят, мол, вирус — это сатана, как будто бес. А жизнь никто и никому не отменял. Крепитесь, люди, и заразе выйдет срок. Не верьте, люди, тем, кто вас так напугал. И пусть хранит от всех невзгод вас с миром Бог. А жизнь никто и никому не отменял. Крепитесь, люди, и заразе выйдет срок. Не верьте, люди, тем, кто вас так напугал. И пусть хранит от всех невзгод вас с миром Бог. Обыденные правила всей гигиены, вот то, что наперво должны усвоить все. Не паникуйте, чтобы не было проблемы. Не верьте тем, кто паникует, так в беде. Зараза не пристанет, если все вы дома. На этом я, пожалуй, сделаю акцент. Коронавирус — это вам не папиллома. Прислушайтесь к словам, сказал, что президент. А жизнь никто и никому не отменял. Крепитесь, люди, и заразе выйдет срок. Не верьте, люди, тем, кто вас так напугал. И пусть хранит от всех невзгод вас миром Бог. А жизнь никто и никому не отменял. Крепитесь, люди, и заразе выйдет срок. Не верьте, люди, тем, кто вас так напугал. И пусть хранит от всех невзгод вас миром Бог. Не верьте, люди, тем, кто вас так напугал. И пусть хранит от всех невзгод вас миром Бог.